первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, проверила ход комплексного благоустройства дворовой территории у дома номер 10 по Новоспортивной улице в Одинцове. На объекте ремонтируют асфальтовое покрытие, обустраивают парковочные места и тротуары, а также меняют бордюры. Также парламентарий проинспектировала двор на улице Можайское шоссе 105. Здесь также запланирован ремонт проезжей части, обустройство парковочных мест и ремонт тротуара.